Давайте так, я хочу начать сейчас с такого блица, где я попрошу всех ответить на один вопрос, такой короткий ответ до минуты. Если говорить про ту самую адаптацию, которую я упомянул, какие вызовы через полтора года самые актуальные? Вот давайте с этого начнем, ну так, если коротко совсем. Виктор Леонидович, вас прошу начать. Ну, полтора года — это достаточно короткий срок. Я думаю, что актуальны будут все те же, которые сегодня у нас есть, с которыми мы столкнулись в силу геополитической обстановки. Поэтому, конечно же, это развитие наших новых двух основных транспортных коридоров, север-юг и северный морской путь. Ну, в принципе, там уже не на полтора года, а на много лет вперед прогнозируется объем грузоперевозки по этим коридорам, и причем значительно больше, чем это планировалось еще там, буквально год назад или два года назад в базовых индикаторах. Это первый момент. Второе – это, конечно же, продолжение замещения критических позиций судового комплектующего оборудования. Работа эта запущена. Мы сегодня на выставке с большим интересом и удовлетворением, даже не удовлетворением, а радостью заметили, что у нас предприятие активно работает в этом направлении, и даже по некоторым позициям есть серьезная конкуренция. Например, мостиковые системы, они предложены несколькими компаниями. Мы видим, что предлагаются замещенные винтрулевые колонки, либо уже в ближайшей перспективе будут выходить разных причем мощностей и двигатели, ну и многое-многое другое, и много еще и проектов новых судов. Вот. Ну, а третий момент – это, конечно, технологическое перевооружение наших верфей. У нас, кроме ССК «Звезда», все верфи, к сожалению, работают на старых технологиях и старом оборудовании. Сколько бы мы ни говорили об увеличении производительности труда, базово можно увеличить. Понятно, там много составляющих, об этом все говорят, начиная там этого бережливого производства, безусловно важного, там, заканчивая еще чем-то. Но все равно две основных компоненты, на мой взгляд. Это повышение квалификации персонала. Ну, слава богу, у нас сейчас много всевозможных кадровых программ вместе с нашими ведущими вузами организовано. И не только в судостроении, но и в других отраслях промышленности. Вот. А второе – это, конечно, технологическое перевооружение. То, что необходимо будет делать. Понятно, за полтора года это не сделать, но этим надо начинать заниматься уже сегодня. Спасибо. Если мы говорим про сроки адаптации к новым реалиям, то Минтранс оценивает, как ситуация уже практически стабилизирована, потому что у нас грузооборот наших морских портов не упал, даже немного подрос. У нас за прошлый год было 840 миллионов тонн перевалено, что даже чуть выше, чем в предыдущем году. В этом году у нас сейчас за 8 прошедших месяцев уже прирост 9% по отношению к тем цифрам, которые у нас были даже в прошлом году. Поэтому грузооборот у нас растет. Мощности порта у нас тоже растет. В прошлом году мы прибавили 36,6 миллиона тонн мощности наших портов. В этом году это уже будет 41. Значит, что из оперативной информации? Большое количество инвесторов сдвинули вправо, но не намного, свои проекты. Год-два. Что важно, никто не отказался от своих проектов. Это крайне важно. То, что касается перенаправления грузопотоков, тоже ситуация крайне важная, потому что когда Евросоюз нам отказал в заходе наших судов в свои порты и в перевалке этих грузов, понятно, что это был вызов очень серьезный. В Минтрансе 4 марта был сформирован штаб. Вот мы собирались практически каждый день, потом стали собираться реже, в конечном итоге перестали собираться по одной причине. Потому что уже необходимость в работе оперативного штаба по переориентации грузов отпала. У нас сейчас еще есть одна рабочая группа логистика, которую я веду, мы собираемся один раз в неделю, но, судя по всему, тоже мы будем делать наше совещание пореже, потому что тоже чувствуем, что необходимость в этом отпала. Вот здесь заслуга в основном главная – это бизнеса, который правильно сориентировался.
С нашей стороны здесь, может быть, сказать, потребовалась методологическая помощь, затем административный ресурс некоторых вопросов, но бизнес очень среагировал оперативно на всю ту, так сказать, информацию негативную, которая пришла. Значит, у нас грузопотоки в основном переориентировались на Дальний Восток. Вот, конечно, так сказать, был перегружен восточный полигон. Сейчас ситуация, так сказать, тоже на восточном полигоне стабилизировалась. Контейнеры у нас пошли по расписанию. Загрузка дальневосточных портов также она уже нормализовалась. Если мы, так сказать, в марте имели там по 116% загрузки терминалов, сейчас у нас уже 67%, что говорит о том, что ситуация нормальная. Александр Ильич, все не рассказывайте сразу. Я дал вам слово. Смотрите, но если в парадигму вызовов, то я понимаю маршруты и партнеры. Вот так? Маршруты и партнеры – это внешний круг. Внутренний круг – это наши порты. Угу. Вот я сказал, что здесь все у нас в порядке. Внешний круг тоже практически выравнивается. Минута. Вот можно сейчас минута на вызовы, а потом подробнее. Ну, я все же отчасти отношу себя к судовладельцам, то есть к ледоколовладельцам. Чуть ближе, пожалуйста, микрофон. Да, я говорю, что отношу себя ближе к судовладельцам. Уважаемый ведущий, мы же на судостроительной тематике, а не на кораблестроительной, да? Поэтому что я хочу сказать? Первая главная проблема, что в России пропали последние судовладельцы, не знаю, что будет Игорь Танковидов говорить и другие. Напомню, а нет, где наше родное пароходство, последнее сохранившееся? Считаю, это главная проблема. Не будет российского судовладельца, никакого судостроения в России не будет. И последнее. Просьба, конечно, наладить работу финансово-кредитной системы. Я не знаю, как под 13% ЦБ плюс маржу банка можно что-то строить. Спасибо. Вот спасибо. Быстро и оперативно сказали про деньги. Очень хорошо. Когда вы про судовладельца заговорили, я вспомнил буквально жестокий роман с Паратова. Действительно, прекрасные люди. Так, Игорь Васильевич. Да, вы хорошо проверили аналогию. Сплошная драма, да? Но вот если говорить серьезно, то на протяжении всей истории России морской торговый флот играл ключевую роль в обеспечении интересов внешней торговли страны. И именно поэтому флот в настоящее время первым попал под различного рода ограничения. И в настоящее время работает в крайне стесненных условиях, выполняя крайне важную функцию для страны. Да, ну, на самом деле Виктор Иванович все сказал, не хочу повторяться, и именно, наверное, в приоритизации, в такой, как он сказал. И для нас первый вызов, который он говорил о необходимости интенсификации транспортных коридоров, это вызов загрузки. То, с чего вы в качестве шутки начали, о том, что если хотите, приходите через 5 лет, то это не шутка. И загрузка действительно у нас сейчас близка к максимальной. Вопросы импортозамещения, вопросы технического развития верфей и повышения производительности, даже не буду там за Виктор Ильич повторять. Один вызов, который, наверное, не прозвучал. Это вызов, связанный с тем, что мы понимаем, что не все оборудование мы прям завтра импортозаместим. И в этом смысле есть вызов, и достаточно серьезный, и сложный для нас, и для всего бизнес-сообщества. Это вызов переориентации на наших восточных, а иногда не совсем далеких партнеров, там, Турции, Китай. В этом смысле хорошо, что коллеги здесь участвуют. Считаю, что это такой отдельный трек совместной работы с этими уважаемыми странами и промышленностью этих стран. Ну, на самом деле, ключевые вызовы, которые были в 2022 году, когда нас ограничивали, там, нам отключали навигацию, когда нам закрывали страховые программы, это все кончилось. Мы, слава богу, все проблемы решили. Более того, и в 2022 году, и в 2023 году мы эффективно и эффектно наращиваем флот. Каждый год прирастаем по плюс 10 контейнеровозов. И сейчас главная проблема – это где найти грузовую базу. Собственно, это и есть вызов текущий, что мы в рамках вот разъединения там, полушарий, к сожалению, сейчас лишились транзита, а те наши ключевые партнеры, которые есть, они уже
Это наш предел. Соответственно, вот наша сейчас ключевая задача — это выходить на новые рынки. И вот мы в этом смысле там, начинаем взаимодействовать и с Минпромторгом, и с прочими профильными ведомствами. То есть наша задача — искать новые рынки для того, чтобы загружать те суда, которые мы, слава богу, можем пока приобретать. Спасибо. Я во Владивостоке был в августе, и мне показывали, как корабли по 2 недели стоят на рейде, ждут. Это вам показывали не наш порт, у нас рейда практически нет. Все обрабатывается сходом. Ну, значит, рядышком, да. Так, Михаил Владимирович. Да, но поскольку я уже тут последний говорю, да, вот, и многое уже было сказано, я хотел бы сказать о том, что, конечно, вот именно импортонезависимость, да, она, в общем-то, сейчас такой имеет, ставится во главу угла, потому что у нас есть, существуют хорошие проектные школы, у нас существуют предприятия, которые способны выполнять заказы, но зачастую, это, кстати, вопрос тоже и не сегодняшнего дня, эти вопросы возникали еще и до 2014 года, вот, я имею в виду в плане того, что многие компетенции, там вот Виктор Леонидович правильно сказал, там и по мостам, и по всему, то есть это все были технологии, скажем так, западные и иногда восточные. Поэтому, конечно, сегодня я не говорю о том, что нам нужно все замещать, но, по крайней мере, основные компоненты, они, конечно, должны производиться в России. Спасибо.